Ой, ты бы хоть РТС на АФК Хиллов бы провел. А там шаман, говорит, летит. Сейчас я подбегу. Да, один приз хилит. Да видно, что рейд миликов подохли все. Ты же тут соло затанчишь, чтобы я похилил. Ну да. Там есть еще вар на подхвате. Ну, удалось, как писал. Все, сейчас всех срубнем. А там, короче, вык. Котенок где сидит? Так, все, еще раз шкаф ставим, с ума деваем всех. А что тут 5 хилов хилить, можно спросить? Да вторую фазу. А вторую фазу что там хилить? Ну лава вот эта из пола дамажит много. Так, рога электрик остался. Ну ты давай каски, вага, кулаки, так как там миллерейт весь. И... Не за той каски раздает, у него вода не стоит. Тогда ты кресты раздавай. А кресты раздает... Чингал, гу-гу-гу, блин, язык сломаешь, короче. Ну, пускай. Первая пати. Ты прото тогда раздавай. В принципе, тут есть, там пофиг. Так, бафы все есть, я вижу. Самое главное, столик. Причем столик, если есть рыба. Да я приступ взял, у меня мана быстро кончается. Все, чек на пол. Так, все готовы к
кроме ханта, стоит раб. Ладно, хант нам роли не сыграет. Что-то отошел, наверное. Давай еще раз. Все, хан что-то, ну, АФК что не подойдет, потом кикнем. Даю макрос. Здорово, пацаны, меня слышно? Здорово, да. Блять, а мне вас нет, подожди. Так. Вот хотя бы вот так. Отлично. Ой, что, уже херачим, что ли? Ё? Херачим, ну. Чего она так прыгает? За то, что тебя откидывает наверх, да? Тебя вообще не пробивает. А я говорил, тут хиликейшн. Так это первая фаза только. На второй там нормальный дамаг. Ну, точнее, на третий, на последний. Какой же. Просто я слишком долго не ходил персами 230 сюда. Full рейд. Ну, он змей там то ли клиф ловит, то ли дыхание, то ли чё. Зря, конечно. Тут всего лишь 5 РДД, или 6, или 4. Он большой. Скоро дыхание. Где эта курва? Так, вот она, наискосок дышит, луну отбегаем. Нормально, изи. Фаза на скольки? 40, или я не помню на скольки. 45 вроде. 35 или 45, не помню. Чё-то дыхание так быстро у нас еще будет вставать, что ли? Или таймер неправильно? А, вот перелетает. Большого зерганите, потом маленьких ловишься. Походу опять из этого же. А, по центру будет. По реке. Скорее всего, если сейчас. Да, вот по центру. Просто от реки отойдите. И большой. Надо подождать.
Ну вот 45. Значит, не на 45. Элики. Дракончик еще дышать походу будет. РДДшек там мало, вон сколько. ДПС-сик у них слабенький. Не надо было, конечно, делать дыхание с косоком. ШПшник чуть, ДСТшник чуть не сдох. Скорее всего 35 фазы у меня будет. Чё, ДДшники вымерли просто, поэтому так долго переводят. Зато милики трэш сносят, заебись. Паза. И женёк вон, я смотрю, херачит, тоже неплохо трэш. Тут начинается веселье. Тут Геру надо было. Он, видишь, сдох, блядь. Время шиве. БР, как показала практика, зря мы применили. Ранку куплю по 3К.
достаточно таких предметов. Не, не берется голова, надо у босса оставаться, чтобы ее полутать. Они портал сразу прыгнули. Ну ничего страшного, на следующей неделе заберетесь. Выклетим. Кто прилетел, там можете сумму держать. Это честь для меня. Удачи. Приветствую. Лока суманить и Винст. Там Винст уже суманим. Взял вагона 241, который не оказался первым в Винсте. Моего приставки. Я про Лока, который должен шкаф ставить в инсте. А. Тут полрейда уже в инсте. Вот я удивляюсь, что я двумя персами долетел. В инст зашел. С Долорана долетел. И тут получается еще нету. Раз, два, три, четыре, семь человек. Всем доброго дня. Здорово. Есть рыба, есть рыба. Привет. Привет всем. Привет. Привет. Танкоспеки есть? Милики. Один на один. Очень гач был хороший. У меня, увы, нету. Проверку даю, чтобы сумонить. Сектов в кайф бесполезно сумонить. Понимаем, заходим в инст. Через 4 тела досумоним. Так, ну ты это, котенок, похиль. А уж на грул магики точно подамажь, потому что я лучше в это за танка буду здесь. Если что. Все, чек на пол.
змей, лук, два лука, маг. Сейчас, ребята, две секунды. Раз, два. Что запускаю пока. Добро пожаловать, герои. Вы услышали призыв серебряного авангарда. Значит, танчи этого бивня. Потом огненный червяк мой, а твой кислотник, который вы зерлите. Героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, бросающий бивень. Бой, герои! Кика этого гребаного змея. Он вечно дохнет, стоит в лужах. Заводит то же самое, да. Для тех, кто не могут слышать, пусть хотят читать. Нет, нет. А, у меня пишутся вот эти, все эти касты и прочие хуя. Ладно, ладно, ладно.
Запускайте следующего сразу. Призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. И самое главное, чтобы метки уносили вовремя, остальное вторым. Появится грозный демон. Готовьтесь к забию! Ага! Получилось! Трепещи перед всевластным Вилфредом Непопамсом! Мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Перед вами Ксарацус! Эренарский повелитель Пылающего Легиона! Короче, он побежит. Играть с темной магией. К счастью, вы победили демона. И теперь вам сложный босс в мире. Противник. Если что, я на Холика буду ролить. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Нет, это лишь победив говорит, их, вы заслужите достойную награду. Хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь нам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду!
первого ханта заливаем. Первые две вот эти вот цели. Дальше по контролю. Так, сейчас тебя будет череп бить. Три изгнания и три чего еще надо? Так, а можно кое-что спросить? Смотрите, а что если есть ДК сейчас? Квадрат не трогай, бо я все остальное делаю чёрной. Я пока не могу использовать эту способность. Жалкая тряпка. Я пока не могу использовать эту способность. Звезду убили уже, круг сейчас добивает. Надо подождать. Круг убили. Нужно подойти поближе. Я же говорю, не трогай. А его трогай.
Беги, малышка, беги! Да. Ромба тоже сюда приведи, а увешку. Сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля лича, выиграет? Вы сможете пройти последние испытания. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются крылатые вестницы короля лича. Начнутся! Они не повторяют. Это же не вера.
Говорит, это не героически, тут не все так сложно. Это он тоже говорил, то, что ты говоришь. А вчера же вроде все должно было обнулиться, или сегодня? Я уже открыл пост. А, понятно. Спасибо, Одесса. Жуков лучше разделять. Хотя, опять же, это не Гера. Можно не разделять, но лучше разделить все-таки. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Я-то танчил, а вот удержишь ты агро, вот это вот другой вопрос. Сложи ледяную скорбь, и я... А, даже так ты захотел? Ладно, своди под босса его. Лучше не сводить. Дашь стан, когда я скажу по ним. Ну то если им дать стань, они не бьют. И есть время захилиться. Сейчас лучше слышно. Говорю, по идее это не Гера. Тут ничего такого особо страшного нет. Вот. Да, но лучше их. Давай. Это место станет вашей могилой. Сверху так и быть. Меня не отпиздят, а пауки закопали. Что за долбоёбы РДДшники?
Третьи РДДшники, пауки, чтоб они сбивались. Ты долбоеб. Да, дважды. Вот нет. Я б на твоем месте весь РДДшный лут распылил. Я сначала вообще не понял, что за сферы, я вообще первый раз. Они сверху, что ли, были эти сферы? Я их уже увидел, когда я их открыл. Лок. Какой нахуй ходит? Я тут позавчера, блядь, пытался три раза за вечер куда там сходить уже, не помню куда, блин. В один рейд сходить, блин. Три раза пытался. Два раза. Да у меня... Кольцо БЕ, а позавчера почти у всех было КД, и ты мало бы куда сходил. Допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных. Там на Холика был, чё, нет? Спасибо, ребят, за рейд. Удачи вам. Просто остальное КД. Счастливо. Так, я курить отойду тоже, ребят. Там самолёте это змей. Если на Лока что-нибудь есть, так я не откажусь. А это куда лететь, на Грол или Магик? Все, я полетел, и АФК.